Если согласование не будет достигнуто, Россия имеет такое же право, как и НАТО, при этом учитывая ее решающую роль в достижении урегулирования прекращения войны, мы заявим о том секторе, который будет согласован с югославской стороной и который отвечает нашим интересам. И будем действовать соответствующим образом. Привет, здоровье. А? Да, мы знакомы. Нет, точно могу сказать. Окей. Как у нас с вами? Отлично. Я думаю, что сейчас начинается самый сложный момент урегулирования у нас. Потому что... Все признают, что реализация гражданской части международной операции будет, наверное, еще более сложной, чем военной. Таким образом, строить всю эту работу. Но военные тоже сложно.